Привет, друзья. Вот хочу поговорить я о такой теме. Вот есть такой канал, называется Баба Валя. Вот что я хочу сказать про эту бабушку, да. Вот эта бабушка, вот она говорит: Бог, Бог, Бог. А она сама Бога видела? Она сама Бога-то видела. Вот давайте, вот вы безбожие, вот вы все безбожие, вот это. Зачем народу говорить про какого-то Бога? Зачем? И что же этот Бог не спасает страну, если это Бог, если это какая-то сила там Божия какая-то там, да-да-да-да-да. Знаешь, бабушка, вот эти все, вот эта вся вот эта Библия, она написана матрицей. Никто ее, никакой человек ее не писал. Тогда даже и писать-то не могли, когда вот это вот был, как говоришь, Бог, да? Угу. Это когда, это сколько лет-то было, если Бог это был, это вообще, это какие года-то было, нас вообще-то не, это вообще, неужели в то время умели писать? Это что ж, такие грамотные были? Нет, бабушка. Библию писали, написала матрица. А зачем же тогда Библию, Новый Завет делать, переписывать? А потому что матрица переписывает. Она выдумывает сама и переписывает. Вам, чтобы поклоняться сатане. Да, бабушка. Чтобы сатане поклоняться. И ты поклоняешься сатане. Вот ты говоришь. Вот эти воры. Знаешь, бабушка, ты вот этим методом в тебе, ты очень сильно себя любишь. Ты очень себя сильно любишь, и народу ты вот кричишь, вот этот наворовал, вот этот. Людям надо понять дать. Людям надо, а ты вот надо вставать, вот надо идти, вот идти надо. А кто все развалил эту страну-то? Зачем разваливать надо было в 90-е годы? В 90-е годы вообще разваливать эту страну, идти голосовать какого-то Ельцина там выбирали, которого вообще не существовало. Потом меняли без конца, в одного пальца не было, но были все пальцы. Голосовали за него. Все на него поклонялись. Такой Ельцин хороший, такой вот прям это, все как... Как вы, бабушка, иконе этой поклоняетесь. Тогда этому Ельцину поклонялись. Потом как? Поняли, когда уже было поздно нахер? Когда уже поздно было? Люди тогда опомнились. О, как это так? Это как это так? Потом давай выборы. Каких-то никаких губернаторов в РФ не существовало и не существовало вообще никогда. РФ это придумала она. Фирма. Вот эти мусор, который вот эти все, это конторки, это ООО. Ты почему, бабушка, об этом не говоришь? Ты почему не говоришь, что вот эти все конторки, вот эти все компании, вот это. Ты почему об этом речь не ведешь? Ты вот ведешь, вот на воровалете. Вот эти тут наворовали, да все не воруют. Все не воруют. А если они, ты это не говоришь, ты людям давай убиваешь. Вот есть этот губернатор, вот этот Путин, вот этот. Зачем ты людям вбиваешь в голову, что вот эти кто-то есть? Нету никаких губернаторов. Никакой думы вообще не существует. Одна есть только это воры.
только есть воры, которые грабят страну, эту Россию. Но вы сами отдали эту страну. И ты сейчас сидишь и что-то вот этим вот говоришь, что надо что-то делать. А народ сам сделал. Сам этот народ сделал. И вот ты сидишь и начинаешь людей, которых ты не знаешь, начинаешь ты вот обзывать. Вот вы не понимаете ничего, вот они ничего не понимают. Они все понимали, когда разрушивали страну-то. А? Когда страну разрушивали. Один выход — это только объединяться людям, те, кто из СССР. Объединяться. Объединяться. И вот Новокузьмирск, СССР, вот канал есть. Вот молодцы они. Вот они молодцы. Они уже вошли в поле СССР. Сейчас они уже делают выборы. Вот, а бабушка, вот ничего не делают. Да уже делают. Уже делают. Уже делают люди. Уже делают. А ты вот эти вот говоришь, вот ничего. Вот, да делают уже, бабушка. Уже делают. Ты не поняла, я что имела в виду. Я сказала, что сказали, что пальмовое масло одно полезное. Что вредное подсолнечное масло. Я, конечно, сама против подсолнечного масла, это пальмового масла. Я тебе что вам, бабушка, сказала, что вредно вредно пальмового масла? Сказали так. И ты же его покомментировала это. А ты вот, вот я такая вот, такая вот. Вот я вот такая вот. А ты меня знаешь, меня, бабушка? А? Вот ты говоришь, бабушка, еще что? Хлеб. Ой, спасибо. Кто трудится? Кто трудится? Какой труд? Этот хлеб везут его из Китая. Там неизвестно, как его там делают. И чего там делают. Это хлеб-то этот, а? И вот там перемалывают без конца, добавляют всякие там усилители, усилители, там список вот такой, бабушка. Ты почитай состав. А сама-то хлеб ты не ешь. А людям говоришь, ой, спасибо за хлеб. За какой хлеб? Хлеб был, делали только в СССР делали. Сажали рожь. Из ржи сеяли хлеб. Из колосиков, когда колосики содрывали, собирали комбайном и делали из этой муки. А сейчас маква вот эта вся, вот эта хлебопекарная. Хлебопекарная. Никогда такой муки не было. Эту муку сделала РФ. Это подделка муки. Она скупает там вот по дешевке, вот там добавляют всякую херню его, а это еще выращивают. Это специально муку низкого качества. Выращивают и их делают тот лепёк. Как будто у нас прям поля нас колосятся. Сколько выпечки, бабушка? Ты посмотри, обрати внимание. Ты посмотри, сколько выпечки одной. А ты говоришь, у нас это спасибо, кто трудится. Спасибо, кто трудится. И сразу бабушка в попятный убегает. А? Чё ж ты, бабушка, сразу в попятный убегаешь-то, а? Ведёшь прямой эфир. Ведешь прямой эфир и сразу убегаешь. Сказать нечего, да? Сказать нечего. А почему ты не говоришь, сколько в магазине тухлятина продают? По красной цене людей вот это выставляют. Ой, красная цена. Давайте, покупайте, травитесь. Почему ты об этом не ведешь разговор, бабушка? Вот, ребят, обратите внимание, есть канал, называется «Баба Валя». С другой стороны, что-то правильно говорит. С другой стороны, она не права. Она вот только вот. Вот воры. А ты людям объясни, как надо действовать. Ты объясни. Ты не говори, вот воры. Ты объясни людям, что надо как делать. Если ты, бабушку, тебе сколько лет уже? По 80, ну, Рика, бабушка, ты уже должна умно разумом размышлять и людей по уму ставить. А ты, вот там наворовали. Да люди знают, что там наворовали-то. Люди знают, что там наворовали.
Вот надо пойти, надо им дать там это, у них спрос. Как ты можешь пойти у них сказать, давайте, где-то. Надо сперва, чтобы пойти у них брать спросы, и чтобы их наказывать, у народа должно быть, как это сказать, ну, в руки свои как бы взять, вот в руки свои взять, и да, народ это власть, да, конституция это народ. Но просто так ты же не пойдешь, ну ты пойдешь, придут народ и будут что-то там требовать там, вот ты так все деньги туда потратишь, это нужно делать умом. Это делать надо умом и объединяться и восстанавливать. Не надо идти к ним там что-то у них там просить, там что-то верните это. Нужно объединяться и восстанавливать СССР. Пусть они там все делают. Вот когда больше массового народа объединитесь, тогда начнем делать дело. Тогда мы, как народ СССР, у нас будет больше еще прав, да? Так вот скажу, больше прав. У нас будет на руках документы. Вот. И тогда мы можем ходить, у нас тогда будут и наша милиция, есть еще, которые люди еще есть, которые ушли по собственному желанию, в отставку ушли, да? По собственному желанию ушли, да? Вот, и они, которые еще есть, могут стать. И мы с помощью этой милиции, мы можем их к уголовной ответственности привлечь. А как ты пойдешь привлекать вот этого, вот этого, вот этого, вот этого? Как? Вот как вы будете привлекать-то, а? Как? Никак. Надо, чтобы у народа была защита. Еще защита. Не только конституция, но и сила. Сила в погонах. Сила в погонах была. Чтобы этих жильев можно было выгребать. Выгребать этих пиратов. Это пираты. Это пираты. Они плыли по океану. Плыли, 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 плыли. Увидели Россиюшку. Ага. Пролезли туда. В дырочки. Ага, дырочки-то расширятся. И они вот эти умственно отсталых, вот этих вот заключенных, да, вот этих рабов. Вот и пустили этих. А то бабушка, ты все говорит, ой, наворовали. Да не будут воровать. Будут воровать. Вот этот, а вон сказали, что вы народ виноват. Они сказали, вон нарисованная дума, ваша дума. Она же сказали, что вы виноваты народ. Вы народ. И вы народ даете нам воровать. Народ сам виноват-то. Сами дума сказала, что вы даете воровать нам. Конечно, вы платите за электроэнергию, за газ, там, за отопление, за воду. Но вы ничего не делаете этим. Вы же ничего не делаете. А как это можно пойти и что-то у них потребовать? Если у вас нету, чтобы брать их там, сажать в тюрьму, у вас нету, как сказать, ну, защиты органа, который бы эти дела по вашему приказу бы делали. Это так не делается, бабушка, это так не делается. Вот надо там вот вставали там, орали как ненормальные. Позор, позор, позор. Но ты же умная бабушка же, если ты умная, ты подскажи, как народу надо делать. А ты говоришь, я посмотрела, стали стоят. Окружили их в этих вот эти пираты, окружили этих дурачков, и эти стоят, кричат-то вот.
Это ты вот так вот призываешь людей. Людей призываешь вот так вот выходить и кричать, да? И вот там, а вот выходили, вот там вот это. А кто это такой? А кто это такой? Какой-то там в Хабаровске губернатор. Да потому что их нет никаких губернаторов. Их и сняли его, списали его, все это, губернатора, да и все. Для вида ваш, для дурачков ваш, сделали дурачков-то, а? А вы никак понять не можете, а? А кого-то там, Фургала там, схватили там, ну и схватили его. А вы свою власть восстанавливаете? А вы свою власть восстанавливаете? Вы что, на кого-то надеетесь? Что там, кто-то там, вот, вы восстановите свою власть, вы берите в свои руки. Вы же все рожденные матерями СССР. Вы все рожденные матерями СССР. Вот она еще говорит, вот бессмертный полк. Тот сперва говорила, что вот, Наташа, на канале Наташа, вот это, как она раньше у ней, хорошая была у нее вроде раньше, этот канал назывался. Она же говорила, вот, ходит бессмертный полк. Что они делают? Ходят, бесов выгоняют. А теперь вам говорит, призывает, давайте бессмертный полк пойдем. Бабушка, походу, уже во, она тетю уже. Сама вот говорила, вот посмотрите, если остались у нее видео, она почему сказала, ой, скажите там, сделайте там, а чтобы, не хочу. Уберите видео там с нее, это специально, чтобы вы не знали, что она говорила раньше, чтобы ей не задавали вопросы ей. Это как это, мы попросим Наташу, чтобы она в своем канале убрала ее там это видео. Она сама это решит. Как мы можем ее править? Правда, ребят? Вот. Командовать ей, что она там что делала на канале-то. Она вот не говорит о йогуртов. А этих вот гадости тоже вот эти йогурты все наделаны. Она же не говорит об этом. Она вот пальмовое масло только. Пальмовое масло. Да народ допустил это. И теперь говорит, вот надо убирать, какие врачи тебе, бабушка. Какие врачи? Никаких врачей нету. Вот это что, все вот это показывает, вот это. Это все, это подкупность. Это наехали, подкупили. И показывает, что тут врачи, вот это все, вот это. Вот. Какие тебе врачи? Врачи, наоборот, выгребают с народа, чтобы народ нес там хондроз, там хероз. Ты, бабушка, неправильно мыслишь. И не надо в общество про какого-то Бога говорить. Не надо про Бога говорить. Ты вот все, Бога, вот это, вот этим методом ты народ отгоняешь, не даешь им понять, зачем ты это про Бога говоришь, бабушка, ты этого Бога не видела, какая-то картина, да все эти картины тоже нарисованы матрицей, все она нарисовала, ты, бабушка, не понимаешь, в каком ты мире ты живешь, и мир это матрица. Вся вот эта, вокруг вот эта вся, вот эта как природа, создана матрицей компьютером. Мы все живем в компьютере. А? Ты сама вот показываешь, берешь. У меня тоже вот. Вот, берешь, на лоб прилипаешь. Я тебе скажу, почему у тебя прилипает. Вот. У меня тоже прилипает. Почему? А потому что у каждого живого растений, животных и нас,
нас. Вот. Есть электроэнергия в нас входит. У кого-то она бывает послабше. Она не будет держаться. Вот у меня на пальце она здесь не держит. Она вот тут держится, вот. Вот тут вот. А у кого-то и на пальце, как у вас бабушка, вот. А ты говоришь, ой, это какой-то дар. Это какой-то дар божественный. Никакого это не дара, ты не божественный, бабушка. Ты вот внушила себе в голову, про какого-то Бога себе внушила. Ну так нельзя, так нельзя. Ну веришь ты там Бога, верь. Народу не это надо внушать. Не про Бога внушать. Не про Богу. Народ нужно объединять и восстанавливать власть. Но чтобы восстанавливать власть, надо это делать грамотно, призывать. Народ, который приходит в YouTube, и он если не хочет это делать, он это делать не будет. А идти какую-то там... Ты даже, бабушка, не смогла даже ответить, зачем в храмах, в церквях, Стены делают металл. Вот зачем? Зачем вот это кресты? И зачем покрывают крышу под золотой? А я скажу, бабушка, стены и металл делают для того, чтобы вы когда заходите туда, в эту церковь, в этот храм, из вас забирают энергию. Выкачивают из вас энергию. А купол это антенна. Она тоже вытаскивает, выходит из вас. И вот почему человек стареет? А потому что вот ты, бабушка, вот ты начинаешь вот это вот реветь, вот это вот. Ты этим методом отдаешь свою энергию. Вот Бог, вот Бог, вот Бог, вот Бог, да, вот Бог. У тебя энергия откачивается, откачивается. Ты, бабушка, внимательно посмотри, что пишет там в Библии. Там в Библии есть, что Бог, людей, род, давно уже умерли все. Род человеческий уже, он поразил род человеческий, они все уже давно умерли. Человеков-то нет. Какие сейчас человеки-то? Какие, какой тебе Бог, бабушка? А тут какая-то там Библия там написала какая-то там этот. Да никто это не писал, там матрица написала тебе это. И ты вот это вот читаешь, вот показывает какую-то тетку показывает, нарисованную тетку, и она какая-то святая стала. Ой. И вот она сидит. У нее мыслей-то больше нет, каких она не... И убегает сразу, и выключает. Что ты выключаешь, бабушка? Я очень рада, что ты приходишь. Очень рада тебе. Прямому эфиру что-то, да? Но ты ясней говори. Ты людей призывай к тому, чтобы надо объединяться и восстанавливать СССР. Но ты не объединяешь людей, не заставляешь. Ты людей говоришь, вот тот награбил. Ты как бы призываешь, чтобы люди давали бы как бы, да? Он награбил, значит, как бы еще, чтобы он награбил. А вот этот вот, вот это кто такие? Они что сделали для страны? Они ничего для страны не будут делать. Они не будут. Народ про них проголосовал. Народ их поставил. А ты говоришь сейчас, бабушка, что они сделали? Да народ их проголосовал. Вот эти вот ходят в масочках тоже, да? Вот эти вот умственно отсталые, которые ходят в масочке. Половина общества, населения, ебанутые. Вот, ебанутые. А мы, СССР, рожденные в СССР, да? Мы масочки не носили никакие. У нас никаких масочек нет, никакого корона. Коронабесия не было никакого, никакой эпидемии у нас не было, никакого ничего не было. И ты, бабушка, хочешь, чтобы народ таким методом поняли тебя, что
Вот там они награбили, кто они есть. А если они? Бабушка. А, баба Валя. Ты, бабушка, береги свое здоровье, береги. А? Береги свое здоровье. Вот ты еще, бабушка, говоришь. Вот и молодежь. Вы такая умная. А я видел эту молодежь. Эту умную. Ничего не понимают. Ничего. Они, наоборот, даже спрашивают. Ой, говорит. Они задали вопрос. Говорит, ты работаешь? Да, работаю. Вот выучился, пойду на завод работать. А этому молодежи говорят, на какой ты завод-то пойдешь? На Газпром. И вот все. Только Газпром. Больше других работ нету, как Газпром. И ты говоришь, бабушка, что молодежь, она умная. Она даже не знает, что сейчас нету никаких заводов, фабриков нету. Нет, они даже не знают, что делать молодежи. А ты говоришь, вот там, что тебе показывают, там где-то смотришь, там, да, вот где там что смотришь, вот там показывают. Это подставное. Это подставное, это задурили вот это, как говоришь, вот эту молодежь, вот эту подставную молодежь. И она как бы вот это показывает, что это молодежь из народа. Ты, бабушка, это смотри внимательно, а потом и говори тут людям. А люди-то хоть знаешь, что такое люди? А? Люди – это игра. Со всеми вот этими людьмишками играет ЦРФ. Взрослая ты, бабушка. А много ты не понимаешь. Говоришь, что я такая вот. Да я много тебя лучше знаю. И рассуждаю лучше. А то пальма у масла. Пальма масла сам народ допустил. Сам народ. А то врачи. Врачи давно нахуй все. Сидят по домам уже давно. Всем уже по 80, по 90 лет этим врачам уже давно. Врачи какие-то. Вагончики какие-то. Стоят вагончики грязные. Какие-то там тетки непонятно кто там сидит. И вам это колют нам, какую-то вакцину вам. Это врачи называется. А-а-а. Врачи давно разорились, которым месяцами зарплату не платили. Они все поувольнялись давно. Уже больницы давно нету. Все больницы вон в руинах стоят, бабушка. А сама он покупает булки. Сама булки херачит вон. О, щеки-то какие у бабушки-то вон. А то... Воруют. Вы сами даете им дорогу воровать. Сам народ дал им воровать. И что об этом тогда говорить? Да. А то вот, конец будет света. Будет. Будет конец света. Будет. Потому что делает народ. Народ допускает эту страну до того, что вот это конец света будет. Вот, бабушка, еще что тебе скажу, хочу сказать. Вот есть ШИЭС. Ты знаешь, такая станция есть ШИЭС. Вот ты говоришь, вот ничего не делают. Давно делают. Давно люди, вот уже какой год против мусора. Вот посмотри, есть в интернете ШИЭС. Посмотри. Люди давно борются против вот этого мусора уже. Уже сколько они там вот живут в пристройках таких. Вот. Люди там им помогают, там давали материал, там вот и посылки присылают. Вот. Делают. Люди делают. Люди спасают. Вот. А ты что говоришь? Какие-то воры. Надо яснее говорить. Что такое страна это РФ? Кто это такая РФ? Что она творит? А ты его там наворовали? Да люди все знают, что там воруют. Что там это грабят. А не надо просто им давать?
давать просто им карман пополнять. А народ дает им карманы пополнять, их кормит, иждивенцев кормит. Народ сам кормит иждивенцев. Надо прекратить просто кормить иждивенцев. Надо объединяться народом и просто перестать обеспечивать их народ. Вот этот. И народу надо уже давно опомниться, что никаких губернаторов не существовало вообще никогда. Никогда. Да какая-то там в Думе, там кто-то там, никаких там нету, никаких там Думы. Вы придите в Думу, посмотрите, кто там в Думе. Вот посмотрите, кто там в Думе-то. Да, и я тоже согласна, вот эти коммунисты, да. Да, не нужны никакие вот эти коммунисты, никакие вот эти партии, они не нужны. Но, конечно, они будут, потому что народ допустил это. Это народ допустил. Столько, если бы народ был бы понимал, а народ за столько лет упускает времени, упускает, и шел, голосовал. Народ же сам и шел, голосовал. Народ сам им дал дорогу. Он у них не спросил, кто вы такие есть. Кто вы такие есть? Кто? Кто? Вот, объединяйтесь. В Иркутске наверняка есть это ЦИК. ЦИК, которые создают СССР. Вот, объединяться надо там, да так. Вот, и восстанавливать свою власть. Свою власть восстанавливать. А к этому идти, к этой торгашке РФ, к этим пиратам, это бесполезно. Это бесполезно. РФ, оно находится на островке. Вот. Их она это РФ. Вот они пусть там и делают, что хотят. Но пока народ не объединится, не восстановит СССР, вот, тогда что-то двинется. А так, говорит, кто-то наворовал, там идите вот на митинг, там идите, орите. Это вообще... Это ужас какой-то. И вот какой год, все идут на митинги, их схватывают за шкирку, волоком тащут их. А эта бабушка говорит, а там воруют, а там идите. Ой, ужас. Здоровится тебе, бабушка, здоровится тебе.